если здесь все занято. На парковку вроде нельзя заезжать. Вот сюда нельзя заезжать. Или может, ну, на экзамене. Вот на экзамене ты должна сама определить. Вот здесь я могу остановиться. О, нет, здесь я не могу остановиться. Вот здесь я могу остановиться. За 15 метров. Ты в Батю сейчас едешь. Раз. Во-вторых, там знак «Остановка запрещена» стоял. Поехали. Надо перекресток проехать, а только потом останавливаться. Поняла? Знаки нужно смотреть. Так бы я могла вот здесь только, да, на остановке остановиться? После перекрестка. Перекресток мы только что проехали. На светофоре стояли. Ну вот, я говорю, там вот была только что остановка. До остановки. А что? Я вот не помню. На дороге, когда линии разметки. Когда. Когда. Что-то пунктир, потом одна прямая, одна сплошная. Или что-то я вот. Это и прерывистых, да? Нет. Учи ПДД, учи. Ну, я бы сдала и больше не открывала. Ну, а как бы ездила? Выбирай ближайшее место для остановки. Ой, это что-то непонятная остановка. Ну непонятная, но ты же знаешь, я же только тебе сказал, на знаки смотри. Ну там был знак. Остановка запрещена, там знак был. Ну это же на автобусной остановке сбоку же можно останавливаться. Нельзя. В смысле, нельзя, когда вот этот знак есть? Конечно. Тихо. А что? Машина, поехали. Тихо. Поехали.